to 20. Take the exit 20. Ну что? В лесу мы. За грибами пошли. Сейчас посмотрим, есть грибы, нет. Ну, мы там находили, мы пойдем на свое место, когда были мы тут раз. Сейчас просто вам показываю. А, да, вот эти кшины-то, которые я, помнишь, сына, говорю, давай, говорю, это, заберу их. Ну, грибы-то вот, он, видите, уже старые. Это синявка. А, да, господи, вот сюда. Я говорю, давай, я говорю, возьмем для этих клумб. Уже старые здесь много. Да. Здесь еще не в каждый лес-то зайдешь. Нельзя. Частные леса. Сейчас будут найти бы, как тут раз мы находили. Спрели, зараза, много спревших. Ну, кто-то ходил здесь уже. Пока попадаются вот эти вот краснявки, синявки. Ну, это для грибницы, но не на зиму. Вот. Как бы, да. Ну, вроде вот маслята пока нашла первых. Но их должно быть вообще семьями они растут. И должно их много быть. Ну, хоть так, ура! На грибницу точно есть будет. Как кнопочки. Ну вот, ну это еще рановато, это ни о чем. Немножко сейчас соберем, ладно. В том-то году я, наверное, ведра два вот такого здоровых ведер набрала. Все, еще маленько нашли. Ну вот вроде я вышла на то место, где мы были. Это вот бабочка. Уж чё-чё, в этих грибах-то я разбираюсь, меня научили. Отец меня научил. Да, в лесу надо помечтать, поговорить. А, Саня, фокусируйся на грибах и всё. И тут и никаких гвоздей. Фокусироваться на грибах, если... Это лес, говорю, чувствует, когда ты к нему это все фокусируешься. Надо не фокусироваться, а собирать спокойненько. Вот сейчас я нож куда-то дела, сфокусировалась, нет, нашла. Водички попить, покурить спокойненько. А не как у меня Шурька. Фокусируйся. Фокус, фокус, мокус, фокус. Начинаем собирать. Но все равно это маловато, конечно. В лесу есть леший. Благодарить лес надо. Саня ржет за мной. Я говорю, а как? Нет. Мы когда ходили, когда уходишь, нужно благодарить. Спасибо, лесок. Тебе, дружок. Спасибо, лесок. Спасибо, дружок. Хозяину скажу спасибо. Саня пока молчит. Сейчас выдаст мне. Кажется. Нет, точно. Вы давайте-ка уши находите. Я спокойно в лесу люблю ходить. А вот это вот топение. Фокусируем. Ой-ой-ой-ой. Так, где они? Вон они. Когда сядешь, и сразу видишь маслят. Ну, они, зараза, такие маленькие. Это как эти. Ну, вот, хоть дно-то уже закрыло. Я уже думала, все, кндыц, не будет бы хомуха. Так, идем дальше. Идем, поем в лесочке мы. Лесочек, дорогущик. Еще очки-то сваливаются. Господи, слепота. Вон. Ну, это большой. Большой я где-то должен... Вон там большой.
Вон они, вот, вот все. Вот. Большой увидел, рядом маленькие есть, значит. Надо их это, ну, большие-то они уже все, запей. Да, я же говорю. Они какие-то там маленькие, говорит, грибы. Я говорю, да, конечно, маленькие, их и собирают маленькими. А он говорит, нет. Ну, говорит, я все буду собирать. Ну, придется перебирать дома. Вот большой. Его даже и с толку нет брать. С них, из больших-то надо еще и снимать эту сверху. Неудобно еще. Этот. Ну-ка. Червивый. 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 Ну, давайте нам хоть чуть-чуть. Дружочек, лесочек, песенку ты нам спой. А вот еще один грибочек, правда, он один. Они семьями растут. Да нет, вот он еще один. Итак, пойдем мы. Так, надо выйти. Это первый слой еще такой, пробный называется. Все, вся расцарапалась, сняла кофтяру-то. И в кофте жарко. Так, вон они сейчас. Вот лес. Саня собирает втихаря. Мы-то еще с отцом покурим, поедим. А тут фокусируйся, и все, именно грибы. И далее что, ребята? В общем, я тихонечко буду... Здесь не уж и неудобно мне. Люблю лесок, что бывает, лягу, полежу. Полежать тут. Тут надо бежать, а не лежать. Вот грибочки, грибочки. Вот они, маслята. Но их мелкие, вон они, видали, сколько их? Вот они. Вот они там уже переросшие. Ну, я и говорю, что в лес надо ходить с хорошим настроением. С кайфом. А я кайф. Да, с кайфом. Я вообще обожаю не торопиться. Зайти в лесок, сказать: здравствуй, дорогой мой лесочек. Дай-ка нам грибочек. И тогда у тебя все попрет. А когда зайти, ой, как в тягость, тогда тебе лес ничего не даст. Вот смейтесь и не смейтесь. Есть еще, чтобы найти грибы, есть еще стихи. Но я их не буду читать, я их просто знаю, но читать я их не буду. Я захожу, этот стих читаю. Вот. А приметы есть, когда в лес едешь, но я их ничего не сделала. В лес едешь, нужно три раза разуться, три раза обуться. Да, и тогда грибы пойдут. Я говорю, зайти в лес, сказать здравствуйте. А потом стих читаешь. И какие ты грибы здесь хочешь, такие у тебя и читаешь про них. Да, сына, я тебе потом прочитаю их. Ему не надо, видите, он не очень любит это все, а я-то люблю. Ой, еще подходишь к дереву, обнимаешь его. Ой, кайф вообще получается. Так что я, надо ездить мне одной и ползать, как говорится. Нет, сынуль, я понимаю. О, так дело-то не в деньгах. А в дело в том, как ты их с душой собираешь. Понимаешь? Можно это, можно все купить в этом. А? Ну, можно все купить, как говорится.
А вот именно наслаждение. Ну, кто-то же хочет туда сходить, кто-то вот лежать и бухать им в кайф. Все равно деньги нужны. Ну, деньги нужны, да, понятно. Деньги нужны. Ну, нет, а в лес... Люди раньше в войну и во всем вот на этом и питались. Можно выжить. А ты знаешь, что белый гриб, ножку белого гриба ты счищаешь? Это меня отец учил. И вот ты, например, в лес попал, и белый гриб счищаешь, и он сырой, его можно есть. Ножку. Не шляпку, а ножку. Поэтому я-то бы в лесу выжила. Выжила бы. Почему грибы? Ягоды. А ты знаешь, что еще? Я забыла, как называется. Здесь, я что-то здесь-то не вижу. Выдергиваешь, я забыла, как отец. Но я просто ее знаю, что за трава. Очищаешь, и она такой вкус. Тебе, наверное, тоже давали или не давали? Сахарный вкус. Да. Я не знаю, что это такое. Я забыла, как называется. Что я на этот... Вот грибы я названия почти все, ну, по-своему знаю. Здесь как-то у вас здесь по-другому как-то их называют. Вот эти вот, которые грибы там, я их зову поганками, а здесь их жрут. Я такие не ем. Я даже не считала за грибы это. Вот. Так что... Вон там еще вижу. Без ведра. Вон они. Ну, оно, в принципе... Слышите? Что это? Что-то летит. Какая-то утка или гусь, хер его знает. Так что вот так вот. Собрали. Ну, вы уже поняли, когда по разговору, что сын у меня не очень любит собирать. В каком плане? Ну, это не его. Надо любить грибы. Когда заходишь, и все, и у меня настроит. Ну, и не очень много грибов. Сейчас нажарю. Мне сын не ест лук, я себе отдельно луку наворочу. Грибов нажарю. И буду сидеть. И просто... Ой... Как я грибы жареные люблю. Но я еще... Вот еще бы белых найти. Да я много грибов еще знаю. Ну, вот только маслята. Считаю, пока здесь. Сейчас подружайке скину. Она говорит, там у нее бабки подосиновики пошли. Так вот, надо... Если что... Ой, не могу сейчас. Ням-ням-ням. Съем. Вот. Ну вот, небольшая такая она. Чашка. А это вот один бабок. Вот один он всего. На бабки надо быстро, потому что они портятся. Я вообще в грибах понимаю. Ну, только здесь теперь мест не знаю. Да и если бы единственная машина была бы, я уперла бы. Ребята, приятного аппетита. Сейчас есть буду, сейчас жарить. Еще есть, жарить буду.
Все, поставила на плиту. Воды не добавляю. Сейчас с них пойдет вода. Буду выливать. Потом снова их через дуршлаг. Сейчас скажете, а у маслят-то нужно снимать? Да нет! Я тоже раньше снимала. Все это вот сидела, как говорится, сейчас сказанула бы. Но не нужно снимать. Это для того снимать, чтобы когда ты открываешь банку, на зиму вот ты замариновал, открываешь банку, они как типа тянутся, как сопли. Просто промыл и все. Это не вред, не яд. Прочитайте. В старых-старых книжках про грибы. Вот я вам еще раз говорю. Не надо снимать. Ну хотите, снимайте. Мучаетесь. Как говорится, сейчас опять бы сказала, что делаете. Поэтому я тоже раньше сидела, снимала там. Все, у меня еще, помню, дочь маленького. Нет, не надо, еще раз говорю. Они, в них нету яда. Просто-напросто вид некрасивый будет, когда достанешь банку. И там, типа, они будут тянуться, как сопли. Ну, ничего страшного. Просто промыли в водичке, и все равно эти грибы всегда я промываю. Я любые грибы промываю, когда достаю из банки, которые на зиму. Все, наговорила дофига вам. Я уже слила вот отсюда вот воды сколько. Вот сюда слила. Видите, сколько? Сейчас еще вот. Вот, видите, вот из-за чего, когда нужно убрать пленку. Видите, она из-за чего? Как тянется. Ну, милые мои, так ну, не трудно промыть, чем стоять потом пиздякаться. Прости мне душу грешную. Вот, все, сейчас я это... Я не могу дождаться, сейчас еще несколько раз, еще воды будет много. Все, сейчас. А потом я еще раз водой промываю и жарю. Ну, как бы я уже как бы в душлаке. Господи. Ну все, слово забыл. Дуршлаг. Дуршлаг. Не забыла, я просто что-то я это. Да, и то, и все делаю. Потом бегом, то там, то там. В общем, 10 дел. Я пожарила с лучком себе, сыну без лука пожарила себе с лучком, сюда еще майонезик, я уже без картошки пока, сейчас шарахну чуть-чуть хотя бы три ложки, съем, потом картошки буду жарить, а может вообще на завтра оставлю картошку пожарю. Все, вкуснятина, все, слюна бежит, ням-ням, приятного аппетита, Риточка, приятного аппетита, Маргариточка.